Всем здравствуйте! В 16 лет актриса познакомилась со своим будущим мужем. Исполнительница главной роли в сериале «Содержанки» Марина Зудина рассказала, как впервые встретила Олега Табакова. Зудина живет без своего возлюбленного с 2018 года, а в 16 лет знаменитости представить не могла, что станет не только ученицей, но и женой мэтра. Из-за внешности от Зудиной отказывались известные режиссеры, но Табаков разглядел в девушке талант. «Я понимала, что у меня нет связей, некому поддержать, что от этих 5 минут зависит вся моя жизнь, что может исполниться или не исполниться моя многолетняя мечта. И на прослушивании я выложилась не на 100, а на 1000%, у меня не было тормозов, меня несло», — вспомнила Зудина. «Я отрывалась по полной, и моя энергия пробила Олега Павловича. Так со мной произошло невероятно, мне 16 лет. Я еще не окончила школу, не получила аттестат, а меня уже фактически зачислили на 2-й курс ГИТИСа, к самому Табакову. Это же сказка про Золушку», – призналась Марина. А у нас на этом все, спасибо, что были с нами, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал, всем пока, пока.